А может быть и нет, потому что у нас, между прочим, готовится еще одна команда, которая знаменита своей театральностью, ведь это команда Ани Веденюк, которая называется «Vino Verde». Для тех, кто не знает, это красное вино. Мы уже обсуждали как-то, в чем причина такого названия, но сейчас это вообще не важно. Нам важно знать, каким фильмом вдохновлялись девочки. Намек, подсказка. Фильм смотрели все, 100%. Там играет такая актриса Рене Зельвегер. И однажды она пришла на вечеринку, такую классическую вечеринку, в костюме кролика. И выглядела очень нелепо. Девочки, ну вы должны все крикнуть, что это за фильм? А почему не все девочки кричат, что за фильм? Бриджит Джонс, да, именно это вдохновило Аню и команду. Вот интересно, что сейчас происходит? Я думаю, мы узнаем чуть позже. Смотрите, какой намек. Намек, да, в нем мы не будем, да, раскрывать всех секретов. Чем еще знаменит фильм «Бриджит Джонс»? Там играл сумасшедший прекрасный актер Колин Фёрт. Он потом и «Оскара» получил, но там он вообще просто выглядит великолепно и весь такой раскрывается в своем лучшем актерском таланте. Девчонки уже готовятся, выходят, да, потихонечку. А вы наслаждаетесь этой вечеринкой, которая вас сейчас ждет. И Аня Веденюк как будто бы развешивает белье на, у реки Ганг, возможно. Вот, выглядит очень красиво и органично во всем этом. Команда нереально огромная. Девчонки занимают свои позиции, а мы готовы наслаждаться великолепной Аней Веденюк и ее командой Vino Verde. Все с испанским флером. Так, несколько секунд. Мы в предвкушении. Театр вообще не делается легко. Такие постановки, какие у нас происходят в «Девятке», я думаю, что многие театральные труппы позавидуют. Все, готово. Где группа поддержки? Громче! Готовность. 3, 2, 1. Thank you.
И мы купаем аплодисменты команду Ани Гидеюк, Лио Верде. И оперативный сбор реквизита не помешает, не помешает провести самое главное, завершающую часть нашего сегодняшнего мероприятия. Это был последний номер, девушки. Я прошу вас отнести все и вернуться на сцену, поставить как-то... Обязательно нужно вернуться на сцену еще раз вместе с Мамаситой, то есть главным предводителем вашей команды. Давайте красиво, как вы умеете. It's raining men. И Аня Веденёк и команда Вио Верде. Красотки! Готовы к самому важному, ведь у нас сегодня церемония вручения наград. Это был завершающий номер нашего концерта, и поэтому грандиознейшими аплодисментами мы встречаем Оскар для Ани Веденёк в номинациях «Самая восхитительная, обворожительная, прекрасная, танцевальная, талантливая» во всех сферах. Это, конечно, она забирает все номинации. Аня Веденёк! Еще раз аплодисменты! И невероятная команда девчонок, талантливых, красивых, энергичных, Вио Верде, Аня, the one and only! Аплодисменты! Ну что, мы посмотрели все номера нашего сегодняшнего концерта. Я благодарю всех, кто сегодня был зрителем, участником. Огромная благодарность команде организаторов. Денис, где ты, не вижу, тебе отдельный респект. Денис сделал очень много, и вот видели, как он прекрасно сундук вытаскивал два раза, да, это вообще просто невероятная история. Такие церемонии требуют большой подготовки, классной организации, но самое главное, что здесь было сегодня, это огромная энергия, огромная любовь к творчеству, к танцам и, конечно, хочется завершить этот танцевальный год, может быть, парочкой слов от директора 9 залов Александра Панаска. Послушаем. Потому что всегда важно понять, как прошел этот танцевальный год и чего нам ждать в будущем, в 23-м году. Может, позовем наших преподов на сцену? Да? Давайте, кто участвовал сегодня, выходите. Кто? Есть кто живой? Все уже? Виолет. Да, ну давайте, пока вы ходите, я хочу, ну, традиционно, естественно, сказать спасибо огромное. Спасибо вам, всем, кто выходит на сцену, спасибо ученикам, спасибо тем, кто сегодня все это организовал, спасибо моим коллегам, моим друзьям, с которыми мы все это делаем. И заведению спасибо, все получилось, с наступающим Новым годом. Давайте все, что у нас так мало-то, почему там? Аня, кто? Все уже это, ушли? Что Замира хочет сказать? Дорогие педагоги, быстро все на сцену, пожалуйста, я приглашаю вас всех, вас ждет отец. Все хореографы, пожалуйста, на сцену, мои золотые, мы ждем вас, папа ждет вас. Вот так надо было, да, я просто не сообразил. Да. А что вы встали с одной стороны? Давайте я как в середину встану. Стоп, я здесь в середину. Все, хорошо. Все, можно какую-нибудь громкую музычку веселую. И давайте хлопать. И переходим плавно в автопатии.
выпиваем, отдыхаем, танцуем. Спасибо, ребят, спасибо вам, спасибо всем. Танцуйте, любите, вдохновляйтесь и никогда не останавливайтесь. Аплодисменты Кате, Крейзи, за такое прекрасное проведение концерта. Стоп, сшибательное и неповторимое. Хочу! Друзья, ровно в 21.00 мы собираемся в этом же месте и будем неистово тусить на Акваре. Woo!